Всем привет, ребят! Сегодня мы играем за палача. Карта у нас часовня отца Кэмпбелла. Кротус Прен, естественно, да. Вот, и у нас, короче, супер интереснейший билд. Мы нихера не взяли. Да, и аддоны у нас тоже интереснейшие. Мы тоже ни хрена не взяли. И я забыл выключить Дискорд, поэтому Дискорд будет слышно, если мне кто-то вдруг будет писать. Так что да, ребятки, извиняюсь. Так, погоня за Нейкой. Отвратительная погоня за Нейкой. А кто-то все написывает, а ты посмотри. Может, хитулю успеем дать? Хорошо. Хитулю дали, пошли дальше за ней. Ну что это? Вот как с этим играть? Пусть валяется. Шел в сторону. Вон он. Идем за ним. Ведем погоню. Хорошо. Так. Подняли чела. Кстати говоря. Сюда. Выломаем дверьку, чтобы арбуз был не такой жесткий. Идем на тот ген. Так, вот они, да? Но это мне немножечко времени выиграло, что они ее поднимают, кстати. Хорошо, краешком, краешком зацепили. Прям супер краешком. Угу. На второй этаж, надеюсь, что там не окно. Там окно. Так. Хорошо. Надеялся, что она в это, как в эти какахи ступит, но не получилось. Такс. Первый генчик есть у нас. Два по веса. В целом неплохо. С учетом того, что еще один чел АФК стоял, да? Так. Вылечили, значит, на месте были. Вон они побежали. Ну, в идеале, туннелит на Ику. Естественно. То есть это прям вот супер, если мы сейчас ее загасим. Хорошо. Перетяжечка в цирк. А близко. Орешек, как можно было на орешек такой попасться, а? Это же просто очевидный орех. Глупость. Пойдет. Так. Должны еще один ген давать, минимум один. Вообще, я думаю, два. Мейн обязательно сейчас проверить. Мейн чистый. Здесь у нас что? Здесь чуть-чуть чинит. Давай это откатим. Угу. А, мейн. Тоже откатим. Два ген должен дать. Вот этот еще. Опа. Нам по-хорошему за Нейкой опять же идти. О, привет. Хорошо, пойдем за Нейкой. Просто в наглую туннелим. Отвратительно получилось. Зараза. Блин, здесь надо... Слушай, она еще раз идет подставляться.
пытается приседать, чтобы мы на нее загрелись вместо Неи. Но нет. Нейка наша. Нейка 100% наша, все. Хорошо. Хоть облочься, хоть облочься. Я туннелить буду ее просто до талого. Понятно? Или непонятно? Все, да? До свидания. И ты у нас теперь, дорогуша. Давай туда ее. Вниз голову опустили. Тащим на крючок. Не, не достала. Пойдет. Плюс по весу вообще ничего страшного. Так, в откат. И. Привет. Я тебя даже не видел. А вот другую, наверное, нам бы найти не мешало бы. А вон другая она. Так. Возвращаемся. Раненый засейвил, раненый по... они пошли чинить сразу. Нет, лечится. Просто плюс один. Все, да? Так, может на перки подбежит? Нет, не подбежала. Хорошо. Генчик остановила. Ничего страшного по весу. Вот, стоило вывести одного чела из игры. Они начали показывать, что они умеют сейвить. И все. У нас игра просто как по маслицу идет. Вон чувачок, за ним сейчас пойдем. Плохо дело. Кажется, по маслицу отменяется. Орешек минус. Хорошо. А, лечится вместо того, вместо починки. Пойдет. Вообще фигня. Второй повесик даем. Нам главное, чтобы они не дали этот генщик. Хотя даже если не дают этот генщик, не такая беда. Оп. Все, идем за ним. Что-то не вижу, чтобы челик приседал. Так, это отсюда убежал. Убежал. Генчик в откат. А, наверх сейчас пойдем, тоже можем генчик в откат пнуть. А, нет, вон она. Ну, смотрите, какая наглость. Ну, это же что это? Сюда. Так. До свидули, дружочек. Приседал мне после прыжков в окошечко, да? Приседал. Куда его? Ну что у нас? Можем за этим пойти? Но нам бы не допустить починки центрального. Это у нас как... связывающее звено от регенератора. Вот так вот скажу. Да? О! Ладно, пойдем за ним, пофиг. Я все на минус 4 не рассчитываю. Я думал, пробьет.
О, гибкость. Красоту делает, слушай, ну удивительно. На. И старается не наступать, чтобы я его не отправил, серьезно. Хорошо. Ну плюс повесик. Мы только последнего. А. Ну, в принципе, можно было сейчас скидывать и идти искать. Если бы прям хотелось играть на минус 4 только, да, исключительно. Но, скорее всего, чел выпилится и даст шанс. Я думаю, что будет вот так. Он мог в люк запрыгнуть? О, в шкаф запрыгнуть. В целом мог. Но, скорее всего, он либо... Да, убежал, все. Так, подношений не было. Ну, хочу люк где-то здесь. Вот так давай встанем, он может за спиной заспавниться. Да. Да, ребят, все очень просто. Именно так. Все, и осталось нам чекать просто двое ворот. Как только он начнет открывать одни, вон он подошел. Все, сразу идем на него. Хитуля. Опять, он же опять же старался не наступить в эти каки. Кошмар какой. Хорош. Опа. Ну, идеально предсказали люк, просто идеально. Больше слов, собственно, нет. Туннель присутствует, предсказание люка присутствует, минус 4 присутствует. Я считаю, задача этой игры уже выполнена. Еще 150 тысяч залутали.